Мой жизненный принцип таков. Нет наций плохих и хороших. И вижу своих земляков я в каждом случайном прохожем. Можно сказать, именно таких принципов придерживался Владимир Ваганович Наджаров. Талантливый поэт, педагог, обладатель многих литературных премий. С 2005 года он возглавил литературное объединение «Новоивановская муза», которое стало его главным детищем. В честь 90-летия поэта его преемники читают стихи, поют песни, вспоминают, каким он был. Это очень сложно, потому что Владимир Ваганович, он оставил очень глубокий след. И, конечно же, после такого человека вести сложно. Но я стараюсь сохранять все традиции, которые заложил Владимир Ваганович. Литобъединение – это литературные вечера и встречи, обсуждение с коллегами работ, взаимопомощь и поддержка. Владимир Наджаров безмерно любил свой родной край, отражал это в стихах и творчестве. Поэтому земляки до сих пор относятся к нему с большим уважением и любовью. Действительно, поэты не забываются. И это правильно. Вот Владимир Ваганович относится как раз к тем людям, которых помнят и будут помнить. Он ушел из жизни 3 марта на 88-м году. Но его дело продолжается в стихах, в работе творческого объединения, в сердцах читателей, коллег, родных и близких. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».